8 апреля прошло командное первенство по теннису среди спортсменов до 10 лет. В состязании приняли участие 36 юных теннисистов из 4 регионов Западного Казахстана. В сборной каждой команды выступали как девочки, так и мальчики. Отметим, победителю турнира достался Кубок Запада. На данном турнире поехали сильнейшие спортсмены вот западного региона, да, и, соответственно, это идет лично командный турнир, на котором каждый участник занимает определенное место и приносит своей команде соответствующее количество очков. Завтра эти баллы суммируются, и, соответственно, мы завтра узнаем победителя данного турнира. Я приехала с Урала. Я занимаюсь теннисом 5 лет. Я хочу ходить дальше на теннис и получать такие же возможности побеждать.